Привет, это Satisfactory, мы на инопланетной планете, и мы здесь развиваем наш бизнес. Теперь наша цель — это улучшить хаб. Пойдем поглядим, что там нужно для первого нашего улучшения. А для первого улучшения нам нужно 200 цемента. Металл мы уже набрали, теперь мы делаем железные пруты. Кстати, перенастроили я завод на прутья. Значит, прутья у нас тут уже есть, вот это все забираем. Ну что там? 161, а мне нужно еще чуть-чуть, потому что у меня есть 138. Все это забираем. Отлично, у нас 200 цемента, это ровно столько, сколько нам нужно. Первый наш апгрейдик на этой планете. Запускаем его, выбрать. И закидываем сюда все материалы. О, чудесно, чудесно. Запускаем ракету. Пускай нам присылают. Присылает базовое оснащение. Базовое строительство у нас завершен этап. Логистик теперь начинается, нужно 150, 150, 300. Пойдем посмотрим, сколько у нас меди есть. Медь, она где-то вот здесь, вот с этой стороны была точно. Ох ты, меди-то у нас навало. Вот это вот забираем. Пойдем теперь посмотрим, сколько у нас там железяки. Мне здесь придется перенастраивать наш конструктор, потому что мне нужно 150 прутьев. Соточка есть. И 150 листового металла. Блин, долго, очень долго. Хотя уже 150, отлично. Но я придумал другую еще тему. Мы сейчас тут переоборудуем наш конструктор на производство железных пластин. Все, началось, да? Делаешь пластины мне? Ну-ка покажи. Да, все, пластины пошли. Теперь я еще, чтобы ускорить процесс, забираю отсюда металл. О, у меня его, кстати, в достатке, смотри. Ладно, это тогда вернем. И пойдем еще вручную делать эти листы. Вспомним кузнеческое дело. Начнем долбить молотком. И отправляем все это чудо вверх. К нашим жидам. У меня тут пару яиц вылупилось. Точнее, созрело. Надо бы их жбахнуть, чтобы они тут нафиг мне не мешались. Так вот вам. Хорошо, да? О, там какой-то жвальник бегал. Где ты? Пупсик, куда ты убежал? Куда ты делся? Он где-то тут был? Где-то. А, вон он летает. Ты кто такой, а? Кто ты такой? Как попугай. Так, кто-то меня тут еще долбит. А, иди сюда. Муха-цихотуха. Покатилась своим брюхом. Так, попугай. Попугайчик. Ты убежал уже. Да, он, наверное, очнулся и убежал. Так, а что это, собственно, вот это осиное гнездо тут охраняло? Это что у нас тут? Что это такое? Железная руда. Я думаю, что нам бы здесь не помешало сделать еще один конвейер. Как ты думаешь? И на той железной руде у нас будут производиться листы металлические, железные точнее, а здесь у нас будут производиться прутья. Ну, тут мы церемониться не будем, мы не будем делать вот такую вот огроменную цепочку. Здесь у нас сразу от бура пойдет плавильня, будет нам переплавлять материал. Как можно ближе все это надо ставить. Вот. Чертов кабель закончился, а он нам нужен, между прочим, для конструктора. Ну все, кабель у нас теперь есть, теперь нужен конструктор. Надеюсь, он здесь влезет. Вроде влазит. Цепляем его здесь. Вот так вот. Ну и все, теперь осталось только хранилище под наши прутья. Где у нас органайзеры всякие. Его тоже вот так вот бомбанем. Он будет у нас на весу вот так вот стоять. А хотя нет, ножки как раз встали четенько. И теперь осталось только конвейерную ленту. Вау, куда идти? Сюда, отсюда, сюда, и вот так вот. А, ну еще, конечно же, сжигатель нам нужен, энергию-то откуда брать? Ну вот, собственно, все, сжигатели у нас тут навалом, сейчас это все подсоединяем по красоте, вот так, это туда. Запускаем. А, еще настроить же, обязательно нужно настроить. Сюда, значит, вкидываем, давай напополам разделим. Во, 90 сюда. 90 сюда. И соточку сюда. Вот так вот. Так, нужно бы биомассу намутить. У меня тут уже сжигатели все поджигали. Пойдем добывать сырье. Поскольку рядом с заводом я уже давно все вырвал и выпилил, нужно отправляться куда-нибудь подальше, искать там веточки, листики, травушку и прочую всякую лабуду, что превратится у нас в биомассу. О, смотри, сколько тут травы. Отлично. А вот это вот, что это такое? Подожди, куда это я такое местечко нашел? Куда это я пришел? Так, это добываем, вот это что, это моллюски, что ли? Что это за фигня? Прикинь, это моллюски. Обалдеть, мидии. Огромные мидии.
Можно как-то это все отодрать, достать? Нет, нельзя. Это просто для красоты, видимо. Ну, понятно. О! Пёсель нашел. Пёсель, стой, я хочу тебя приручить. Ну, он слишком... Ой, нет, я туда не пойду, там злой пёсель. Он даже в меня чем-то плюнул. Вон, смотри, вон. Бежит негодяй. Хочет меня... Ё-моё, надо валить отсюда. Скорейшим образом. Сейчас все это дело будем закидывать на сжигатели. Ох ты, гляди, у нас уже один стоит. Стоит и ничего не делает. Значит, сюда надо сейчас закинуть по полной. Вот, о, не то. Вот так вот. Ну что, давай посмотрим, сколько прутьев мы уже получили. 97, неплохо, забираем. А что нам там нужно, чтобы апгрейдить наш хаб до следующего уровня? Это... А, болтики. Пойдем-ка переоборудуем наш конструктор. Нам нужно из железа получить болты. Вроде бы как из железа они производятся у нас. Производство. Винты из прутьев. Вот оно что. Значит, смотри. Хорошо, что мы сделали сейчас завод, который отвечает исключительно за прутья. Нам нужно сюда добавить еще один конструктор. А не поставим мы конструктор, потому что нужна усиленная железная пластина. Где она у нас тут? Вот усиленная пластина. Нужны что там? Винты. Винты. Давай винты сделаем, благо пока есть возможность. И можем сделать себе усиленную железную пластину. Втыкаем, значит, сюда наш конструктор, только надо развернуть. Сейчас у нас идет усложнение производственного процесса. То есть, чтобы произвести одну какую-то деталюшечку, нужно два конструктора уже. Если раньше одним обходилось, то теперь уже два нужно. Запускаем производство винтов. Ну и, конечно же, складское помещение. Куда это все будет у нас складироваться? Также я хочу сделать из медной проволоки. А у нас сейчас просто медная проволока производится. Ее уже огромное количество. Нужно поставить сюда тоже конструктор и производить кабель. Ну-ка, где наши кабели? Вот они штампуются. Хорошечненько. Пойдем-ка заберем винтики, свежеиспеченные, и будем улучшать наш хаб. Все, 300 винтов, ровно столько нам и нужно было. Закидываем это все сюда, и теперь полевые исследования нам доступны. Выбрать цель. Сюда, вот так вот. Красота! Запускаем! Отлично! Полевые исследования открыты. Сканер объектов. Радиомаяк. Ну, я думаю, что надо сделать, наверное, сканер объектов все-таки. Для этого нам понадобится радиомаяк. Я могу его сразу сделать? Нет, нужны материалы. Капсула вернулась. Звук как будто... Гром. Ага, действительно. А это говорит о том, что у нас сейчас тут откроются новые апгрейдики. Давай, садись уже быстрее. Ладно, пойду пока антенны сделаю для радиомаяка. Радиомаячок, 3 штучки. А нам сколько надо? Нам 3 штучки надо. Вот и отлично. Все, сканер объектов готов. Производим. Есть. Ништяк. Возвращаемся сюда, к хапчику нашему. Что там у нас открылось? Сборка деталей. Расчистка препятствий. Ой, куча всего интересного. Но подожди, хочу вернуться вот сюда, в полевые исследования, и посмотреть. ММА открылась. Машина для молекулярного анализа исследует новые и экзотичные материалы, найденные на неизвестных планетах. Все ясно. Давай откроем еще раз инвентарь. Точно, ячейка для рук появилась, туда, значит, сканер втыкаем. А где вот эта ММА? А где ММАшечка наша? ММА. ММА. Вот она, ММА. Ее надо сделать. Усиленные пластины, 5 штук. Черт. Подожди, а разве у нас ММА в хабе не было? Вот тут вот где-то же раньше она была. Разве нет? Я помню, что я этим занимался раньше в хабе. Ну вот, ладно. Сделаем сейчас эти железяки. А, ну подожди, хотел я сперва еще сканер проверить. Вот он. Че у нас тут? Out of range. Типа слишком далеко. А что выбрать-то я тут могу? Пока ничего. А, чтобы это работало, нам нужно анализ, видимо, произвести. То есть построить ММА сперва. Втыкаем его рядышком вот здесь вот. С нашим верстаком. И сейчас посмотрим, что я сюда затолкать могу. Угу. Инопланетные организмы. Мясо у меня есть. Давай исследуем. Как можно это? Начать исследование. Все быстренько исследуется. Вот, готово. Анализ завершен. Инопланетный панцирь. Разблокирован новый чертеж. Ага. Инопланетные органы. А, не, у меня только мясо, по-моему, было. Пойду сейчас схожу, посмотрю. О, уже ночь наступила, обалдеть.
Так, начинается лабораторное всякое исследование у меня. Вот, мясо есть. Забираем. Сейчас будем исследовать это все ж дело. Все равно ночь на дворе. Так, начать исследование. Вон, мясо положили, и все вот эти вот лазеры начинают считывать. Что там, завершено? Что следующее у нас там будет? Тоже биомасса. Надо 3 куска мяса притащить. Ага. Давай тогда цветочные лепестки посмотрим. Они у меня тоже имеются. Вон, 25 штук целых. Начать исследование. Завершено. Теперь я могу краскопульт сделать. И, собственно, краску. Надо будет этим заняться. Питательные вещества. О, у меня есть вот эта вот штука. Орех. Исследуем. Готово. Теперь мне нужно найти ягоды. И нужен гриб. Гриб у меня имеется. Тоже в подсобочке сейчас достанем. Грибок. Начать исследование. Теперь осталось только ягоды где-нибудь найти. Давай достанем наш вот этот радиомаяк и посмотрим, что тут. Орехи, пожалуйста, грибы, пожалуйста, уже появились. Это здорово. А ягоды? О, о, о. Это он на что срабатывает? Это что ты ищешь? Орехи, что ли? Пойдем сходим, посмотрим, что он покажет. Нет, не в эту сторону. Куда бежать-то? Куда бежать? Вон, в ту сторону. Вот в эту сторону, где-то здесь. Где-то здесь сигнал усиливается. Так, 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 стой, 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 стой. Под нами, что ли? Нет, не в ту сторону. Или сверху? Куда, куда, куда? Вот где-то совсем рядышком, рядышком, рядышком. А, вот оно где растет. Все, я собрал. Я собрал, успокойся. Ну что, пришло время усовершенствовать наш хаб до уровня 2. Сборка деталей. Короче, нужно всего и побольше. И кабель, и прутья, и винты. Ну, в общем, все, что я умею производить, нужно это всего в большом количестве. Ух ты, смотри-ка, панцири. Они-то нам нужны для исследования. Сейчас заберем. Опа. Опа. Давай, 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 следующий. Как семечки щелкаю. Где, где, где ты? А ну подожди, куда ты колобком покатился? О, а это я забираю. Отлично. Теперь ягоды. Как ты думаешь? Ух ты, гляди-ка. Ни черта ж себе. Хотел ягодки пособирать, а нашел что-то другое. Вон тот опасный чел идет, что-то в него даже летит. А что в тебя летит? Или что-то падает там? Так, я думаю, что к нему лучше не подходить, но там что-то очень интересно. Это же этот. Этот, его надо забрать. Его надо забрать. Так, у меня стреляют. Вот это я заберу. Давай. Главное, чтобы мне там в жопу что-нибудь не прилетело. Забрали, отлично. Вот это я тоже заберу. Чего? А, точно, это слизняки. А, так это дрончик, который капсулы доставляет. Кто это? Черт! Чертовы животинки! Вот сюда запрыгнул, он сюда не должен залезть. Где он? А, вон он. Фух. Черт, ну тут, в принципе, много всего валяется. И все это охраняется двумя вот такими вот. Один там, другой тут. Черт, а что мне, как быть? Как быть? Как быть? Давай тихонечко так вот просто хоп. Заберем. Тихонечко. Вот это тоже заберем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас меня бомбануть по жопе. О, что-то он в меня кинул или что? А где ты? Где ты? Я тебя не вижу. Куда он делся-то? Непонятно, куда они делись. Звуки урчания где-то тут. Вот один. Надо издалека его вот так вот калашмарить. Готов, готов. Одного ушатал. Мясо дашь мне какое-нибудь? Мясо дал, тушь ты, волосатая. Ну хорошо. Это заберем. Вот еще один. Пошел вон. Испугался даже. Этот исчез, панцирь оставил. Так, мне нужен твой панцирь. Черт! Стой! Куда ты побежал, реактивный? Панцирь мне отдал, спасибо. Спасибо. Выживает сильнейший, как говорится. Что еще у нас тут есть? Кучу всего вылезло. Где-то я видел... Во, во, каркас. Надо забрать его, он нам пригодится.
Так. Ну что там? Что там наши прутья? Сколько их уже сделалось? О, отлично. Значит, вот вам прутья, пожалуйста. Запуск капсулы. Наконец-то. Сборка деталей нам открыта. Что там у нас? Новые строения, новые детали. Так, это мы пропускаем. Я не хочу твою болтовню слушать. Вот, ассемблер. Изготавливает одну деталь из двух. Но это нам пока еще не нужно. Мы еще не настолько развиты. В исследованиях, может, что приоткрылось. О, вот слизняк. Можно его исследовать. Давай начнем. Завершено. Болтики. 500 болтов. Хотя это винты, но я их почему-то называю болты. Ладно, не важно. Важно то, что мы можем запустить уже следующий апгрейд. Запускаем. Там у нас и бензопила, и твердое топливо, и еще что-то, ячейка какая-то, по-моему, да? Ячейка инвентаря, это вообще классно. Закидываем сюда вот это и цемент. Все, let's go. Погнали. Там сейчас наверху просто офигеет. Одна за одной капсулу посылаю. Че по исследованию, там уже все, минут должна... 13 секунд, отлично. Так, значит, у нас должна появиться что? Бензопила и твердое топливо. Здесь ничего нету? Да, твердое топливо, могу, отлично. А бензопила у нас, скорее всего, вот здесь, вот. Даже? Ну, даже я ее уже сделать могу. Бензопилу производим. Готовченко. Для нее, кстати, не топливо ли нужно? Так. Смотри, какая бензопила. Мощно, красиво, четко. Разложил ее. А вот уже и капсула прилетела. Ага. О-о-о, смотри, завелась бензопила сразу, как только твердое топливо появилось в инвентаре. Пойдем сейчас пилить древесиночку. Траву с ветками повырывал, все собрал, убрал, а вот деревья остались. Вот, например, вот эта древесиночка. Ох, хорошо-то как, а? А вот это можно спилить? Вот этот огромный кактус. Можно, прикинь! Шикарно! Так надо кактусы резать, а не древесину. В мицелии этого грибка наблюдаются сильные молекулярные связи, схожие с теми, что встречаются в клейких веществах и лекарственных препаратах. Рекомендуется проведение полевого исследования в ММА. О, пойдем. У меня все равно лаборатория простаивает. Так, значит, грибки. Где это? О! Вот, это надо исследовать, начать. Че откроется? Показывай. Че открылось-то? Что-то с панцирями опять? А, ткань. Производство ткани. Здорово. О, а вот этот гриб я смогу? Смогу спилить? Давай попробуем. Сейчас. Не, он слишком мощный. Он огроменный просто. Тогда спилим, но пальмы-то я не хочу пилить. Вот это давай спилим. Хотя одну пальмочку можно. А, подожди. В смысле? Хотел спилить одно маленькое деревце, а спилил в итоге три. Вместе с пальмой большой. Ну, ё-моё. Кстати, мне вот интересно, от живности можно отбиваться вот этой штукой? О, гляди, что я там заметил. Желтый слизень. И там куча ванизма. Там все воняет. Так, мне нужно туда попасть. Залезть, пробраться. Тут токсично, правда? Ну, сейчас попробуем. Ой, как меня шандарахает-то, а? Не, туда я не залезу, это 100%. Мне нужен противогаз какой-нибудь. Ладно, пойдем тогда кактусы вот эти. О, подожди. Сейчас я и проверю, могу ли я бензопилой кого-нибудь зарезать. Где ты? Не, бензопилой вообще никак. Так. Сейчас мне нужен ваш панцирь. Вот он, панцирек. Отлично. А вот этот мы срезаем, пожалуй. Мне нужно больше материала, чтобы сделать ткань. Готово. Сколько у меня там грибка? Где это? Во! А, это не грибок, это мицелий. Ну, короче, его теперь у меня в достатке. Сейчас попробуем ткань изучить. Где она у нас тут? Вот. Изучить. И что нам откроется? Парашют, ё-моё. Хочу. Я теперь могу производить парашют. Интересно, где его делать? Разблокирована новая экипировка. Спасибо. Как это закрыть-то? Экипировка у нас здесь будет делаться? Да, парашютик. Нужно 10 тканей. Опять? Да блин.
Придется эти кактусы опять идти резать. Ну все, парашютик у нас теперь в карманчике. Точнее, на плечиках. А почему 5 штук его? При активации в воздухе замедляет ваше падение. Короче, оказывается, парашют — это расходный материал. Щавельный ты борщец, а? Пойдем попробуем откуда-нибудь спрыгнуть. Смотри, смотри, ты видишь? Ты видишь эти лазеры? Офигеть, откуда-то с космоса стреляет лазером, что ли, или что? Или там внизу что-то есть? Подожди. Ух-ху-ху-ху-ху. А ну, стопэ! Достал меня! Да он жесткий. Не, просто так я с ним, походу, не разберусь. А, все! Сдох. Отлично. И что тут у тебя? А, слизняк. Вот этот, ладно. Значит, надо вначале разобраться с этим еще типом. Черт, главное, чтобы он меня не сжарил. Да ё-моё. Готов. Ну, в принципе, они не такие и страшные. Это простой энергослизень. А нам нужен желтый. Но из зеленого мы можем сделать энергоячейку, которая позволит разгонять заводы. Я сюда пришел-то ради чего? Ради того, чтобы испытать парашют. Сейчас залезем вон туда наверх и затестим наш парашютик. Вот это я понимаю высота. Ну чё, разгончик и прыгаем. Уху, а как парашют открывать? О, открыл, ништяк, круто. Прикольно. У меня есть парашют. О, блин, дофига чего остановилось. Видимо, кончилось топливо, давай посмотрим. Ну да, точно. Ну ладно, это уже следующим днем, в следующей серии мы все произведем, затолкаем, и сжигатель снова заработает. Ну а на сегодня это все. Если тебе нравится Satisfactory, то не забывай ставить лайки под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан. Это очень важно, чтобы не пропустить следующие крутые серии. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.